Услышав это, весь зал взорвался в овациях. Певец-шаман спел акапельно так, что публика замерла на мгновение. Совсем недавно Ярослав Дронов приехал в Таганрог со своей концертной программой. И этот концерт на всю жизнь запомнят не только зрители, но и сам шаман. Но давайте обо всем по порядку. После просмотра, уважаемые зрители, пишите свое мнение в комментариях. И обязательно ставьте лайк на это видео. А мы начинаем. Патриот номер один в России Ярослав Дронов, которого все знают как шаман, достиг невероятной популярности. Сейчас шаман – один из самых высокооплачиваемых исполнителей России. Певца зовут на главные государственные концерты и другие масштабные мероприятия. А совсем недавно шаман признался, в чем секрет его успеха. Он считает, что главной составляющей является честность. «Если бы я знал этот секрет, представляете, я лет 15 шел к тому, что у меня сейчас есть. Если бы этот секрет я знал, конечно же, я бы раньше пришел к успеху. Поэтому я не могу сказать, но я думаю, это честность. Ее сейчас и вообще всегда не хватало», – сказал шаман. А сегодня на канале НТВ выпущено интервью с шаманом. В рамках программы «Ты не поверишь». В ходе беседы артист признался, что не носит обручальное кольцо. Объясним это тем, что на сцене он очень активен. И из-за этого может потерять ювелирное изделие. В видеорепортаже также показали, что артист сам готовит свои костюмы, уделяет внимание прическам музыкантов и в целом проводит время довольно скромно. Имея опыт экспериментов с волосами, певец отметил, что уложить прическу для него – это не проблема. Однако некоторые его нестандартные поступки вызывают критику со стороны общественности. В частности, телеведущая Яна Поплавская и журналистка Ксения Собчак высказали разочарование по поводу поступков и творчества шамана, называя его эпатажным и незаслуживающим уважения. Но шаман тут же поставил их на место. Исполнитель поблагодарил за внимание к его творчеству и анонсировал планы по работе над собой. Реакция на критику и поддержка поклонников помогают артисту развиваться и продолжать свое творчество. А совсем недавно певец-шаман собрал аншлаг на концерте в Таганроге и сделал откровенное признание. Завороженные энергетикой певца зрители не переставали аплодировать ему и петь с музыкантом в унисон. А в какой-то момент шаман отбросил микрофон и спел акапельно песню «Теряем мы любовь». Когда душа осыпла. Публика не ожидала такого. И услышав это, весь зал взорвался в овациях. Также во время концерта шаман исполнил свои главные хиты «Встанем», «Я русский», а также «Гимн России». Эти композиции зрители с замиранием сердца слушали стоя, подняв в воздух флаги Российской Федерации. «Я всегда говорил, что являюсь независимым артистом благодаря интернету и народной любви. Именно вы сделали меня самым счастливым человеком на свете», – гордо заявил публике шаман. А в перерывах между песнями к сцене подходили десятки зрителей, чтобы подарить Ярославу цветы и памятные сувениры. Также напомним, что все билеты на концерт были раскуплены за несколько недель. На этом все, уважаемые зрители. А что думаете вы по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. И не забывайте про лайк. До скорой встречи!